Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить Оленя Мстителя, часть 4. Мы никак не можем найти этого охотника. Мы уже столько пытались его. Кузя! Ух, Адольф, еще один рыжий бегал. Датчик движения. Можно бежать, но нельзя скрыться. Да, он самый. Чем они больше? Прицел. Не стрелять, когда солнце светит в глаза. И оружие у нас то самое. В общем, мы никак не могли пройти это место самое. Не могли найти припасы этого охотника. И пушки тоже. Ну что, начнем? В зиму. Зима ужасная. А нет, не зима. Покажем, где раки, а где они зимуют? Непонятно. Это классическая фраза любителей поговорок. Всяких там. Не надо меня злить. Надо. Ну, надеюсь, что вам нравится, как охота идет. Идет процесс охоты самой там. Дело не в том, что мы там новых, не новых убиваем, а сам процесс охоты тоже. Он же интересен, как стреляются люди, понимаете ли. Трава какая-то странная, да, вообще? Смотри, какая. Китаец, китаец. Ой, кота, вот-то. Ух ты, прямо. Ну что, здесь прямо, да? Охотнички рядом балуются биагрой. Охотники за смертью уже рядом. Давай. Я готов надрать задницу. Китайся, мы надеюсь, китайся убьем. Но тупой. Короткий, но тупой. Китаец или толстосум? А короткие бывают умные. Мастер фу. Или может стоит вернуться в логово? Ну, блин, я не ту нажала. Жаль. Черт. Снова в логово. Может быть, нам пойти в зимний уровень, как думаешь? Потому что мы зимний там. Зимний очень долгий. Мы там ниндзя встречали этого. Ну иди в зимний. Зима. Может быть, он там нас ждет. Начнем. Один раз мы его убили, но потом убили нас. Мне тут тоже, кстати, нравится. Здесь так уютненько достаточно. Темно, так все отлично. Сейчас весна на дворе, а мы хотим продолжение зимы. Отмучились по оленям. Так вот он я. По крайней мере, в игре хотя бы. Насладиться зимушкой. Ну, такой нормальный, настоящий. Ну и в то же время не холодно. Да, кстати, наверное, пару минут буквально от игры прошло, и мы уже убили первого охотника. Дейзи. Ой, ну что ты как. Смотри, это. Смотри, где там. Ну что, все на опять и бежим. Угу. Пакетов сколько? Так, где бы нам сено-то найти? Сено, иди к Амне. Они, кстати, так же, как появляются, так же исчезают эти охотники, так что. О, эта штучка мне пригодится. Вон там сколько всего лежит, да? Смотри, какое место. Да, может быть, ее. Пахнет, держи дыхание. Ну, где потом она? Вновь дыши. Там она? А, вон она там лежит. Может быть, ее по прицелам долбануть. Так, тогда давай сюда. Сейчас, секунду. Ой. Пора установить ловушку. Опа. Дэвид. Я в настроении проливать кровь. Она очень далеко. Не будем ее пока трогать, давай, спрячься. У нас тут и батарейки рядом, все рядом.
А это что за политическая корректность, а? Он сидит на нее, смотрит. Игрушки! А на самом деле он шпион. Наш. Он за нас. Это наш тайный агент. Пора начать сражение. Она быстрее не прибежит, если ты кричишь. Да я знаю, так что. Может, репертуар новый, лексиконов. В нее фигово попадать, она тонкая такая. Нет, это сдалека тонкая. Нет, ничего. Для того, чтобы... Какое ты... Сколько батарейки осталось? Много, много. Сегодняшний карамель. Можно продолжать охоту. Я здесь, чтоб по задницам бить и жвачку жевать, а она у меня кошка. Да, бежим, бежим дальше. Хоть бы нам этот ниндзяки попался бы. Да, вот хорошо бы, если он... Саки Мацумото нужно. У него голос, кстати, не такой какой-то, как вот у всех, у остальных охотников. У него такой, знаешь, он когда что-то говорит, он такой, как будто вот... Вот это он, наверное. Может быть, он, кстати. Только его... Или он, или, мне кажется, этот Снейк, который этот... Стреляет этот дедок-то быстро. Не дедок, а этот ротер. Может быть, тогда с прицела посмотрим, где он там. Да, посмотрим сейчас. Где он? Он должен очень быстро. Прямо как в кино. Смотри, про Бонда. А, нет, это не он. О, он! Отлично! Давай с прицела. Все, все, ближе не подходи. Давай, блин, давай. Ё-моё, Стреляй, стреляй, он будет бегать. Давай. Ё-моё, вот там бегай, сама бегай вот так вот, змейкой. Все, прицеливайся, прицеливайся. Посмотрим, как работает снайпер. Давай, давай, давай. Стреляй, этого... стреляй. Блин, бегай, блин, двигай, блин. Двигайся, двигайся, не, двигай, не сиди на месте. Давай, давай, желаю, прицеливайся. Ой-ой-ой, смотри, как он стреляет. Это жесть. Не он, это не он. Это он. Там он... второй уже. Нет, там этот там бежит. Два, видишь? Наш бежит этот, убегает. А. Так, Лёш, что делать, что делать, что делать? Подальше что уходи и прицеливайся. Где он? Какой ночь? Давай. Я же прям в него стреляю, ё-моё. Ну жди, жди, далеко он. Ё-моё! За дверь беги, за дверь. Сейчас. Уходи от него, уходи, уходим. Так. Второй охотник бежит. Сзади. Уходи туда, туда. Смотрим, как работает. Да сколько ж тебя можно? Уходи, 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 уходи. Тихо, нам главное его замочить. Ждем, ждем, ждем. Где он, где он? Да сколько... Вообще, у него там, наверное, такая броня. Сколько в тебя еще надо? Уходи, уходи, все, стрельнул, перезаряжайся, уходи. За камни, давай, где он? Убегает, убегает, убегает. Беги за ним, беги за ним. Перестреливайся, давай еще раз, еще раз. Так, и за нами, кстати, второй бежит. Пускай бежит, нам надо этого убить, и потом мы F4 гонимся, давай. Прицеливайся, стреляй. Блин. Бегу, бегу, бегу. Вон он там уже петляет. Давай, давай, сейчас мы... Он уже труп. Добро пожаловать в режим снайпера. Никто от нас живым не уйдет. Есть! Уходим, улетаем. Так, сваливаем, да. Мы убили козла. Его. Так, давай. Все, здесь остановимся. Нам еще двоих надо убить, да? Подожди, подожди. Надо не факт, если этот пропадет, кстати, у нас... А как он пропадет? А, он уже не пропадет никогда. Значит... Нам надо еще двоих убить, чтобы в лого возвратиться. Здесь есть, если от миссии носут. Батарейку возьми, батарейку возьми. Да. Да. Надо двоих еще убить. Хорошо, главное, мы 5 чтобы минут... нас не убили. Смотри, сколько у нас жизни. Мы уже троих убили или двоих? Двоих. Еще двоих надо убить. Нет, если мы сейчас убьем одного, и у нас музыка прекратится, то может быть и... Ну хорошо, пойдем. Давай энергия наберемся чуть-чуть. 5 минут можно побегать, давай. 5 минут побегаем. Бегаем 5 минут. Восполняем энергию. Отлично, мы убили того, да. Мы убили того, кто нам нужен. Последняя главное, башка. Главное, чтобы нас теперь не убили, понимаешь? Вот они теперь нас... Ну мы сейчас энергией по... Кто-то еще новый появился. Ну ничего, он далеко. Пока бегай, есть время. Сейчас мы сейчас наберем еще пуков. Как
как-то он не восстанавливается особо. Восстанавливается почему? Я же вижу, было меньше. Попробую F-очку использовать какую-нибудь. F? Так, просто, да, F1. А F2, ну давай. Ну, F1 так. Смотри, это магнит, видишь, их притягивает. Ну это олень и пук, они сразу идут, да. А F2 нажми. Да, это нам показывает, где они находятся, видите, прям дымочек туда идет. F3 это бомбочка, но она нам что-то особо никак не помогает. Мы ее на снайпере уже пробовали, но... Надо как-то поодиночке убить всех. Покажем им, где раки зимуют. О, попробуй с прицелом тоже. Прямо как кино про бомба. Они далеко, вот и сейчас подождем. Бежи, о, бежи, давай. Если что, как он стреляет, сразу как передвигаемся. Как он перезаряжается, мне прям... Попробуй жаловать в режим снайпера. Есть. Два. Давай, за дерево прячься, Где он? Сейчас включу. Давай. Охотнички рядом балуются. Туда не иди, не иди. А вон он, блин. Мне нужны более крупные пушки. Ну как не идти, если... Ну хорошо, жди его здесь, на выходе. Он должен подняться. Перезаряжайся. Там уже второй скоро прибежит. Да, второй далеко. Этот прицел, то, что надо. Так, он повернул. Иди туда в омут, вообще, в яр. Вообще, они какие-то чокнутые, эти охотники. Давай, в яр иди. Иди вниз, спускайся. По чуть-чуть иди. Там уже второй бежит на второй, подходе. Да он далеко, второй. Да не очень-то он далеко, он уже там где-то... Ну будет. Хорошо, прицелься в ту это сторону. Прицел, вон. Давай. Это же для нее. Да я не понимаю, почему я не попадаю? Там как раз батарейка, мы побежали туда. Куда? Смотри, сколько жизни-то у нас. Ничего, восстановимся. Сейчас пока сдалека. Где? Бей. Добро пожаловать в режим снайпера. Никто от нас живым прямо не уйдет. Чую идиота. Все, теперь он их чует. Подожди. Да чую идиот, он далеко, он просто так чует. Смотри, батарейка там лежит. Не знаю, батарейка нужна? Да, бери. Подходи батарейки туда, блин. За холм походи. Ну, я сейчас к нему как раз и выйду. Тихо тебя, тихо. Он там уже тормозить стоит. Вот отсюда, давай, прицеливайся. Круто. Прямо как кино про Бонда. Давай. Стреляй в охотников, а не по деревьям. Уходи вниз. Теперь опять нацеливайся. Нет, нацеливайся, не уходи так далеко. Он уже где-то рядом здесь, понимаешь? Вон он уже бежит на меня. Ну, обойди его, да, с этой стороны. Правильно делаешь, обходи. Он... 10 часов тупиться. Ой, бежит, ё-моё, он сейчас может меня застрелить, ты знаешь об этом? У него оружие, это как у нас. Ну, здесь остановись, стоп. Возвращайся туда. К нему возвращайся. Да он, видишь, к нам все время поворачивается. Туда, Кать, надо, туда. Убивай того, убивай. Ври 70. Пора начать сражение. Давай. Где он вообще, вон я его не вижу. Этот прицел, то, что надо. Еще бежи, беги прямо. Добро пожаловать в режим снайпера. Туда никто беги. Никто от нас живым не уйдет. Вот он здесь где-то. Видишь, стрелка вроде рядом, а он далеко. Да нет, он... Ой-ой-ой, давай быстрее. Блин, попал. Там их два вообще. Да, это самое сложное, конечно. Смотри, жизни-то у нас все меньше и меньше. Попробуй отсюда стрелять их. Возьми батарейку еще. Сейчас ну, он пока... к нам бежит. Он... Мы его разозлили. Сейчас один убежит, да, второго бей. Первого бей. Как только я патроны здесь, кончатся, по задницам, заткнись. Жевать, а она у меня кончилась. Патроны кончатся. То есть заряд. Ты сразу разворачивайся и носишься, пока он перезарядится. Видишь, он все встал, давай. Да он тоже. Не, он тормозит, вон он. Да. Прямо все. Как кино про Бонда. Давай. Может, не нужны более крупные. Перезаряжайся. Все заново, давай. Где он? Ну вон прямо я слышу. Жалко этого парня. У этих крошки без пушки. Играться хочешь. Да ты, козлина, сдохни наконец-то, отлично. Ну хоть бы в логово, а? Нет. Нам нужно срочно убить второго, четвертого. Блин, а где он? Там батарейка рядом. Попробуй этот использовать, F2. Он там. Он там. Мы пошли туда. Летим. Может, не полетим? Ой. Хорошо убили.
убили. Так, отлично. Нам... Давай идем туда. С прицелом, если что, гони. Ты знаешь, как он перезаряжается. А если это снайпер? Я его вижу, вижу, вижу. Вон он бежит. Тихо, тихо, не иди так далеко. Давай. Снайпер? Нет. А, да. Давай. Все, нам каюк считай. Если что, разворачивайся, убеги. Не надо, не подходи. Он очень сильный. Давай, давай, прямо же в него за стрелял. За дерево прячься, за дерево прячься. Прямо же в него стрелял, это ё-моё. А он только думал, куда-то в другое место. Есть, давай, давай. Вообще он куда-то не туда тихо, стреляет. Тихо, 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 тихо. Ничего, перезаряжайся опять, давай. Обходи его, обходи, обходи, обходи. Давай. Вообще его не вижу. Ну, не важно, сейчас мы увидим его. Подожди, не так далеко уходи. Вон. Этот прицел, то, что надо. Ближе, ближе. Круто. Прямо как в кино про Вонда. Смотри, да? Вот цель. Прямо на него. Давай, давай, давай. Ближе подходи, ближе, ближе. Подходи ближе. Стоп, стоп, стоп. Все, давай, 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 цель. Есть, давай, давай, давай. Еще. Еще раза, три, четыре. Стоп, не подходи, не подходи. Не подходи. Посмотрим, как давай. Да, такого быть не может. Зачем этот прицел, когда он такой косой? Давай, давай, сейчас последнего, последнего. Все, он тормозит. Подходи, подходи. Он спит. Давай, давай, что? Давай, давай. Блин. Кончаются батареи. У нас так последний чел остался убить. Блин. Последний человек остался. Офигеть, он же сейчас там восстановится, а мне опять... Давай, давай. Хана будет. Но он так быстро не восстанавливается. Вон, давай. Смотри. Уходим, уходим. Ничего, ничего, ничего. Козел, да дохни ты уже. Уходим, за дерево, за дерево. Нет, и беги, 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 беги. Добро пожаловать в режим снайпера. Где он? Выключи. Давай, давай, олень. Напряженная козла, последнего загасить надо. Давай, смотри, как он прицеливайся, быстро убегает. Прицеливайся. Прицел, давай. Давай, бежим, бежим. Вообще он не попадает. Ну, сейчас он опять жизни наберет. А с одной сами синусутся. Давай, давай, давай. Поганых охотников. Давай. Неужели? Ты его убить никак не можешь. Идиот, кусок. Прямо как в кино. Есть, все. Ребята, мы это сделали. Есть. Та-та-да. Давай быстрее иди. Последняя голова. И позайдем еще в другой мир, может посмотрим что там. Посмотрим. Козлина. Давай быстрее. В логово. Ладно. Снова в логово. Есть, прошли, прошли. Поздравляю вас. Вы их всех замочили. Показали нам тут заставочку. Да, мы прошли. Почти что оленя прошли. В мессир. К массаже синиси, массаж сей. Этот больше не побеспокоит. Все, отлично. Вы видите, мы это сделали. Надеюсь, у вас так же будет. Да, ну надеюсь, что у вас прохождение будет так же абсолютно. Прошли мы оленя игру, наверное. Это было сложно. Последний уровень был самый сложный. Мы убивали, бегали от них там, спрятались туда-сюда. Все как полагается, но мы это сделали. В следующей серии мы обязательно сходим еще к конечной нашей серии. Мы сходим, посмотрим в последний мир. Машины посмотрим. Там у нас машина должна появиться. Мы обязательно сходим, поездим на ней, попробуем, покатаемся. И это будет наша финальная серия. Так сказать, Олень Мстителя, да, и закончим на этом игру уже все. Ну все, да, подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, комментируйте. Пока, пока.